Во дворе на Индустриальной 3, корпус 3, горел Lexus. Расследование еще идет, но уже понятно, что это поджог. По этим кадрам ясно, что настроен злоумышленник был серьезно, автомобиль выгорел полностью. И если снаружи конструкция еще как-то напоминает авто, внутри остались одни угли. Выгорело по всей площади, пострадал рядом стоящий автомобиль Volkswagen Touareg. Из сгоревшего внедорожника полиция изъяла видео, оно должно пролить свет на случившееся. Еще один пожар произошел уже в квартире, вернее, на балконе на 10 этаже по адресу Лётная 21/2. Загорелись строительные материалы. Причина пожара – неосторожное обращение при курении. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Ликвидация до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, да и о возгорании никто не узнал бы, если бы не бдительные соседи. Это они сообщили пожарным о задымлении. Жанна Лавяникова, Андрей Капустин, информационная программа «День».